Всех приветствую, дорогие друзья, в финальной части прохождения Tomb Raider Underworld. Я сейчас перемочу всех врагов, я надеюсь. Ух ты, покатушечки. Ну, это нам не так страшно. Нравится мне такая красная подсветочка. Хотя синий мне более был симпатичен. Ну, красный тоже ничего. Вау, здорово. Не ожидал, что у меня в руках молот Тора. Он этого не ожидал. И новая локация, смотрите, опять все шикарно. Натла вот там ждет нас по центру, вы видите, да, с крылышками. И здесь что нужно сделать, я даже пока не знаю. Разберемся по ходу. Но уже не все так долго осталось. Ой, аккуратно. Совершенно недолго. Музыка такая как раз подходящая. Отключи его! Ла, не ожидала, но рада, что ты здесь. Ты должна воочию увидеть плоды своих трудов. Это что, мидгарский змей? Нет, конечно. Йормунганд — сеть тектонических разломов, опоясывающая землю по океанскому дну. Мы сейчас стоим в ее самой слабой точке, где когда-то распался древний суперконтинент Пангея. Когда этот артефакт обрушит свой гнев, планета затрещит по швам. Мидгардский змей восстанет и отравит воздух ядом, и весь мир утонет в огне и пепле. Рагнарёк! Идёт седьмая эра! Натла, блин, запустила какие-то механизмы. Ой, время на исходе. И мне что-то предстоит опять здесь с ними вытворять, похоже на то. Опа. Так. Да блин. Нет. Я увернулась. Так, ну, а здесь она разве может еще перепрыгнуть? Похоже, да? Как-то наверх. Ну-ка. Нет? Вот. Я, правда, не понимаю, что это такое, куда я таким образом прилезу. Чего это я добьюсь этим? Ну, посмотрим. Так, спуститься, наверное, здесь лучше будет ниже. Давай, Лара, давай, давай немножечко. Или наверх. Пока что я не понимаю, честно говоря, да. Я не понимаю, что я должна делать. Так, туда она допрыгнет ли? Ладно. Тихо. Здесь еще наверх. Да блин, твали. Ой, плюется в меня гадина такая. Так, еще сюда. Не дает, конечно, мне выполнять свою миссию, которую мне надо сделать. Так, и наверх. Ого, я куда-то забралась. Че, кто там? Ну-ка, тихо. Отвалите все. Спать всем, отдыхать. Прописала Лара Крофт. Ну не надо! Еще это в меня плюется. Какая жесть. А в нее я могу как-то стрельнуть? Вот гадина. Быстрее пробежать нужно. Так.
все, что ли? Я на месте? Слушайте, ну я не знаю, нет. Мне нужно что-то сделать. Ну что? Она в меня будет плеваться. Долго и упорно. Вау! За мной опять там эти монстры. О! Я что-то нашла. Мы это задвигаем. Так. И это первый механизм. Ну что там? 3 аптечки, ладно. Пошел вон. И ребятушки, ребятушки мои, вот там зацепка мне вниз. Походу вообще сюда очень рано поднялась. Вот они, эти механизмы. Вот там еще, да? Эту я задвинула. Вот там наверху. И вот. На ту сторону мне как попасть? Сейчас попробуем. Предлагаю спуститься вот по этой штуке вниз. Потому что, мне кажется, меня внизу там ждут камушки эти. Да, уауч! Вау-вау-вау-вау! Тихо-тихо-тихо, спокойно. Спускаемся. Опс, она в меня попала, гадина такая. Баба такая противная. Так. Я на месте. И мне, ну, может быть, здесь как-то нужно спуститься. Сейчас посмотрим. Да, туда куда-то вниз. Давайте попробуем. Оп, 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 оп. Жаль, что я так поступила. Ну ладно. Что ж теперь делать? Так. Что он там рычит на меня, блин? Отвали! Чашечка у меня здесь. Так, здесь ничего не задвигается, ладно. Почему все время этот молот выключается, а? Ну-ка, пошел вон. Натла, блин, еще мне мешает. Без нее тут проблем хватает. Да ешкин кот. 3 аптечки на этот уровень сильно мало. Задвигаем. Итого у нас второй механизм сработал. Надо найти еще один. Я не знаю, сколько это, 3 или 4. Не успела как-то я это рассмотреть подробно. А тут все время ракурсы камеры меняются, поэтому как-то... Не сильно-то понятно. Все, до свидания. Вон еще один. Еще один на той стороне. Да чтоб тебя, Натла. Проклятая баба. Вот ведьма так ведьма. Так, вот оно, вот оно. Давай быстрее, Лара. Задвигаем. Итак. Ну, возможно, что это и не последний, да? Видите, что как бы оно подействовало. Но явно еще не все. Ну, там еще один идет, да ладно, фиг с ним. Хорошо, что хорошо, да? Будем как-то отсюда выбираться. Пробовать наверх. Со всех сторон на меня, блин, эти гады агрятся. И не буду пока здесь где-то сильно задерживаться. Черт бы их подрал. Вон их сколько. Так, назад. Вау-вау-вау. Да пошел ты нафиг. Свалим отсюда. Вот, может быть, вот здесь. Я вообще сделала такой огромный круг. Да блин, да пошел нафиг. Который вообще не надо было делать. Они все приперлись все равно за мной. Гад, он что, успел меня долбануть? Да, вот посмотри на него. Нет, вы какие-то шустрые. Нафиг, нафиг, сваливаем, Лара. Мы сможем, давай. Так. Ну все, пока они там пытаются поближе ко мне подобраться, я от них свалю. Потому что они просто капец какие-то бесконечные.
И бесполезно их всех мочить. Ну, Натла на какое-то время что-то от меня отстала. Так, а я смогу туда... Да, допрыгнуть. Хорошо. Тролльная точка. Спокойно. Так. Ой, Ларочка, залезай. Вот это крепление мы попробуем сейчас разбить. Я видела, что после того, как я задвинула камень, да, вот здесь что-то образовалось. Ну-ка. Угу. Разрушаем мы какие-то планы Натлы. И она сейчас явно обозлится. Мне нужно вот то крепление еще разрушить. И... Ну, сейчас нам нужно еще два. Еще два. Надеюсь, сейчас Натла не начнет в меня кидаться. Самый неподходящий момент. Сейчас немножечко прокатимся. Немножко прокатимся. Так, и я должна буду здесь, наверное, залезть. Снова наверх. Черт, чуть не упала. Так. В этот раз я, не знаю, я здесь уже переживала нападение Натлы. Будет ли оно заново? Интересно. Так, я не буду торопиться. Я сейчас поторопилась, и вот как результат слетела. Торопиться не будем, будем двигаться потихонечку. Пролезать наверх. Так. Вот так. И видите, она на меня здесь уже не нападает. У меня уже здесь было это нападение. Так. Натлы. Она меня уже оставила в покое. Кажет, ну и задвинула она здесь уже камень, ну и все. Что же поделать? Так, где-то есть еще подъемчик. Вот он. По-моему, это здесь. Тут повсюду черепушки. Так. Ну, Натла начинает плеваться. Похоже, она почуяла неладное. Скажет, ты, блин. Оп! Она же... Да отвали. Скажет, так, Лара поняла, как подняться выше. Надо что-то предпринять. Да... Чтоб тебя. Почему? Давай немного еще. Вот здесь должна же она зацепиться. Или еще чуть ниже спуститься. Слушай, Натла, мне вообще не до тебя. Во, отлично, залезаем. Ну-ка, отстань. Блин, она меня сейчас скинет отсюда. Давай, Лара, быстрее. Нафиг эти чашки все. В пень. Ну и Натла там беснуется, конечно. Но ее очень бесит это все, что я поднялась наверх. Что я знаю, как мне действовать дальше. И вот он. Вот он, этот кран, так его назовем. Мостик, который мне нужен. Сейчас мы здесь разрушим еще одно крепление. Останется только одно. Остается нам разрушить вот это последнее крепление.
И доехать, я думаю, наверное, можно с помощью вот этих плит. Ой, плохо. Ну ладно. Так, что меня, вот эта штука догонит, нет? Так, ну да, она приближается. Здесь, кстати говоря, во многом упущены крутые сцены. Такая вот сцена могла бы получиться, например, в битве с клоном. Вот. Вот здесь мне надо как-то перепрыгнуть будет. Почему бы и нет, да? Кстати говоря, может быть я вот здесь как-то смогу перебраться наверх. Я, правда, не знаю, зачем я туда лезу, но мало ли. Так, ох ты, опять натла. Чтоб тебя. Так. Ну и я где-то наверху. И я надеюсь, знаете, что этим добиться-то? Съехать вот по этому мостику и попасть прямо на крепление. Я надеюсь, что у меня сейчас все это получится. Так, 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 так. Поехали. Натла отцепилась от меня. Ну, это последний, последний рубеж. Потом уже только схватка, наверное, с боссом. Все, больше нас здесь ничего не удерживает. Нидгардского змея, Тор все равно умирает от его яда. Да, если ты не расчистишь коридор и не вытащишь нас отсюда. Заряд кончился, прям как в Боливии. Хорошая новость, мы спасли мир. Плохая новость, теперь мы умрем здесь так же, как твоя мать. Погоди. Должно быть, мама пыталась спастись с его помощью, но не знала как. Если вынимая артефакты, мы всегда попадаем сюда, то что будет, если я уже здесь? Может, ты попадешь в ад? Черт, мне не дотянуться до меча. Давай ты. А как же ты? Я ухвачусь за тебя, если ты протянешь руку. Ты? Мне доверяешь? Аманда, у нас нет времени.
и все вернулось на круги своя. Что? Ты думала, мы в расчете? Убей меня, но мы не будем в расчете. Прощай, мама. Покойся с миром. Удивительно продолжительный финальный ролик, ребята, и что оказалось для меня совершенно неожиданно, это то, что нет никакой битвы с боссом. Видимо, разработчики посчитали, что и так достаточно того, что игра напичкана сложными головоломками и этими всеми прыжками и лазаньями, и убрали сражение финальное. Помню, как я мучилась в легенде с финальным боссом. Это просто было что-то с чем-то, а здесь вот так. И причем убраны катсценки, которые были до этого в частях. Не катсценки, QTE-сцены, да. Когда вроде бы ожидаешь, что в ролике это должно происходить, а оно нет, нет. Но, тем не менее, я хочу сказать, что игра действительно потрясающе красивая, очень уникальные и шикарные локации. Игра не надоедает, и ты играешь, и вот каждый раз интересно, что же будет происходить дальше. В некоторых ситуациях действительно у меня были затруднения, я не понимала, ну раз, что я должна сделать. Или куда я должна пойти, но здесь каждый раз есть много вариантов прохождения, мне кажется, то есть не линейный какой-то путь, а у вас есть, ну, варианта 3-4 как минимум, наверное, чтобы добраться до своей цели и каким-то образом все это пройти. И приятно все-таки то, что есть такие нововведения, инновации, которые явно пошли на пользу серии. Много очень нововведений, о которых я говорила, ну, буквально в начале игры добавлено. И это радует. Это радует, виден этот шаг, который сделала игра по сравнению даже с той же легендой. Спасибо вам огромное, ребята, за то, что посмотрели. Было очень приятно видеть ваши лайки. И мы встретимся с вами в следующей части Tomb Raider и в других прохождениях на моем канале. С вами была Ниагара. Всем пока-пока.